с сегодняшнего дня мы начали принимать гостей, которые съезжаются к нам. Это представители региональные, координаторы ICC, интеркультурных городов Украины. Как вы помните, в 2017 году мэром города был подписан меморандум. Это программа Совета Европы. И мы ожидаем участия 30 членов. Это координаторы самого высокого уровня. Это Австралия, Марокко, Канада, вся Европа, Великобритания, Исландия. Уже сегодня заявлено 20 стран. Это мероприятие будет проходить у нас 25-26 в городе Одессе. Впервые координаторы Совета Европы едут вообще в зону Восточной Европы. И мы очень горды и счастливы тем, что для этого визита была выбрана именно Украина, именно Одесса, как интеркультурная гавань Украины, как, в общем-то, гавань и интеркультурная столица Украины.